Всем привет! Меня зовут Богдан и добро пожаловать на канал Acura Addicted, призванный помочь вам ориентироваться в автомобильном ремонте, обслуживании и обзорах. Сегодня я расскажу о том, как просто и быстро очистить, отполировать и обработать лобовое стекло для того, чтобы избавиться от назойливого скрипа дворников и обеспечить их нормальную работу в соответствующих погодных условиях. Часто может показаться, что причиной для неэффективной работы являются изношенные дворники, но в моем случае резинки почти новые, так что здесь играет роль загрязненное лобовое стекло. Дело в том, что со временем частицы оседают на лобовом стекле и очень плотно слипаются с ним. Чтобы это исправить, я применю комплексный подход из трех составляющих – очистка от загрязнения, полировка и обработка водоотталкивающим составом. В принципе, полировку можно пропустить, но эффект будет меньше, и его хватит не так надолго. Поехали! Вот что вам понадобится для этой работы. Спирт для протирки или обезжиривающая жидкость. Полироль. Желательно для стекла, но подойдет и обычная. Я пользуюсь пастой Минзерна 1000. Аппликатор для нанесения полироли. Бумажные полотенца. Микрофибровые полотенца. Водоотталкивающий состав. Ссылки на все продукты, которые я использовал, и их альтернативы в описании. Для начала протрем лобовое стекло спиртом. Теперь нанесем полироль и вручную отполируем стекло. Можно воспользоваться полировочной машинкой, тогда эффект будет заметней. Далее удалим полироль спиртом. Или подождем, пока образуется пленка, и сотрем ее полотенцем. Убедитесь, что вы тщательно удалили все следы полироли со стекла и прилегающих уплотнителей. Окончательный этап выполним в гараже. Сбрызнем микрофибровое полотенце водоотталкивающим составом и нанесем вращательными перекрывающими движениями равномерно на лобовое стекло. Дадим высохнуть. Получившуюся пленку такими же движениями очистим до полного ее исчезновения. Готово! Я рекомендовал бы еще обработать передние и боковые стекла. Полировать их не обязательно. Это заметно увеличит видимость в плохих погодных условиях, так как вода будет самостоятельно скатываться с них. Обычно такой процедуры должно хватить на 3-4 месяца при умеренном пользовании дворниками. Также дополнительное преимущество обработки водоотталкивающим составом в том, что на трассе на скорости от 80 км в час и выше вода будет сдуваться с лобового стекла без включения дворников вообще. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарии внизу, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы смотреть больше таких роликов.
Как всегда, будьте осторожны за рулем, пользуйтесь поворотниками и помните, нет ничего невозможного, если есть желание и правильные инструменты. До скорого!